Время около 15. На внешней стороне острова, в принципе, в пределах досягаемости, вроде бы есть выходы. Он выходит редко. Один раз вышел, затих. Выходит. Причем на месте не стоит, похоже, двигается. Ну, пойдем попробуем. Правда, вначале нужно вброд перебраться. Ну, я думаю, что вода прибавилась сантиметров 5-7, то есть до уровня, который был 4 дня назад. Пытка не пытка. Пытка не... Куда-то! Фух, зверьё моё! Да, вода мутная, вода мутная. Похоже, приток с какой-то из малых рек. Ну да, чувствуется, что вода прибыла. Ну, пока перехожу. Сносит, конечно же. На остров перебрался. Время заведомо больше 3. Но рыбка молчит. Как минимум надо бросить. Нет, не добросил. Вот что-то похожее, но не добросил. Вон там трава рядом с мушкой плывет. Хариус там. А вот и есть. Но это другой. Он хороший. Видите, какой хороший. Вот, сошел. А, татасины матаси. Чего там? Крючок разогнул. Да нет, нормально. Ну что, там есть еще, думаю. Ну вот, блин, вообще на. Видел там выход. В конце вообще весь шнур выпустил. И это вторая. Первый раз он атаковал. Засосал ее. Но шнур у меня притонул. Пока я его вытягивал. То есть он не подсекся. И вот длинная-длинная проводка. Где-то в конце этой проводки он там стоит. И снова взял. Что-то хорошее. Может быть, не больно сильно.
Ну, приличная. Ну, это же надо же. Где-то там, в конце. Стоят. Нормально. Как теперь его вывести? Здесь вот поспокойнее. Ну и что там, Денис? Трех поймал. Крупных? Один такой, как у вас. Здорово. То есть ты вот это место имел в виду, вот этот мыс, да? И что он там выходит? Да редко что-то. Редко? Ну вот здесь тоже. Ну вот он раз выйдет. А я только там зацепил этого, который рядом выходил, на отмели. А тут крупный не вышел. А здесь выходит, но не берет. Но у него в желудках-то бурмаш в основном. Хорош. Ну вот, блин, эту муху брал прекрасно. Сейчас не берет.
еще ему надо? Да нет, плавится. Там вон плавится, здесь вот выходит. Но он вышел. GoPro, включись. GoPro, включись. GoPro, снимай видео. GoPro, включись. GoPro, выключись. Закат полыхает, да. Рыб тишина. Мелочь выходит. Совсем мелочь. Ага.